В этом году в Апатитах масштабных дорожных ремонтов и строек не будет. Запланированы работы только на двух участках. На днях прошел областной конкурс по распределению денег на муниципальные дороги. На всех делили 110 миллионов рублей. Апатитская администрация заявляла 3 проекта. Участок автодороги, автоподъезд к путепроводу через железнодорожные пути у станции Апатиты-1. Участок автодороги улицы Ферсмана от АЗС «Татойл» до дома номер 35 по улице Ферсмана. И продолжение улицы Ленина от пересечения с воинов-интернационалистов до проспекта Сидоренко. По итогам конкурса ни одну заявку областные чиновники не поддержали. Однако ремонт автоподъезда к путепроводу в Старые Апатиты и части улицы Ферсмана будет сделан за счет местного дорожного фонда. Отменяется только строительство дороги до Ленина 60. Цена вопроса по проекту около 50 миллионов рублей. Этих денег в дорожном фонде города нет. Проект есть. Он продолжает срок действия главгосэкспертизы. Есть, поэтому в следующем году будем участвовать повторно. Перспективы выиграть в следующем году у нас будут. Как считает глава администрации, проигрыш областного конкурса не катастрофа. За 5 лет Апатиты больше любого другого муниципалитета привлекли региональных денег на дороги. Да и сам город активно финансировал ремонты. Итого за 5 лет на дороги города Апатиты затраты составили 572 миллиона 519 тысяч рублей. Результат к 2016 году, если скажем, в 2014 году, около 50% апатитских дорог не соответствовали нормативным требованиям. Сейчас, по состоянию на сегодняшний день, таких дорог осталось 13%. Кроме ремонта дорог, в этом году администрация планирует начать ремонтировать и тротуары. Какие именно участки, станет известно после консультации чиновников с депутатами городского совета.